Ничего себе! Так, давай быстрее, 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 быстрее. Так, вот это. Всем привет, с вами я, Ванюша, и сегодня мы с вами поиграем в Schoolboy Runaway, но только с модом. Да, ребята, теперь я планирую играть с модами Schoolboy Runaway. Этот мод называется именно про Ice Cream Man. Те, кто... Ой, Ice Cream, это игра такая. Ну, у нас тут вот, давайте просто начнем играть. И я хочу посмотреть именно. Я этот мод не смотрел. Здесь, в принципе, вот так... ничего не поменялось. Легко, давайте. А, нет. Да. Здесь заметили, что я играю на... Через эмулятор, блюкаст называемый. Вот. Короче, нажимаем. Я хочу посмотреть. Не будет выглядеть вот наша хатка. Так, это у нас Андрей в скине. Ой, ё-моё. А, нет, я этот мод видел. Ну, ничего страшного. Я хочу поиграть. Видеть одно, играть другое. Я надеюсь, меня не будет лагать. Ух ты, ё-моё. Боже. Конечно, мы все сделали. Да, ну тут, конечно... Наконец-таки, скажем так, обновочка вышла. Версия 3.51. О, господи, какая вторая версия у нас? Это версия 3.60. На 9. Баловался, не баловался, господи. Так. Конечно. О, а вот этот, я не помню, это вроде бы то ли главный персонаж, то ли вот это в первой части, которую мы хватанули. Это мне, я тебя увижу, это там другим балуешь. Мое первое число. Ну, мне нравится, честно говоря, ремонт. Реально, ну, хороший он такой. Вот такой, видите, там это получается стенка. А, это типа как раньше, я как помню, водить сначала, а потом обои вот так клеят. Ё-моё, это не заметил. Люди не могли бы поменять, честно говоря, для интереса. Угу. Хорошо. Я, короче, за кадром получил, наконец-таки, долгожданный мод, который я очень хотел этот мод получить, наконец-таки, и получил. Короче, я хочу... Ой, господи, мод, я имею в виду мод именно вот на эти, знаете, которые нужно все задания сделать, тогда ты получишь вот этот мод именно официально. А, это чит называется, простите. И хочу бежать с вами через ворота. Я, насколько помню, что через ворота для меня самый легкий. Звоночек всем легким, оказывается, на самом деле для меня звоночек это самая жопа, вообще ничего интересного, да ладно. Извините, что, конечно, вот так вот туплю. О, лампа, лампа, наконец-таки лампочка. Так, здесь у нас ничего нету, здесь у нас годи, нам они мне не нужны. Хорошо, я понял, мы играем на легком уровне, если что. Так что я уже забыл, господи, как неудобно мне привыкнуть надо. Так, мне по-любому стиральный порошочек мне сюда нужно запихнуть. Успокойся. Дай мне хотя бы посмотреть на тебя. Все моё. Ну, знаете, какой-то богатырь для меня. Он для меня как-то богатырь. Вот, так, подожди. Ну, это отлично. Что-то рано начал, нет, мне кажется. Ладненько. Это, с другой стороны, хорошо, с другой стороны, не очень, конечно. Да ладно. Дай-ка быстрее это... Вот. О, аккуратно, ничего, ты 360 градусов делал. Подожди, подожди, дайте мне увидеть. Да, он меня не услышал. А поймать, я хочу просто посмотреть вот здесь. Что у меня здесь? Ё-моё, я забыл, я же сейчас бегаю, это как, через это, да? Да, короче, будем бегать так, как получится. Так, здесь ничего, здесь ничего, здесь тоже ничего. Короче, мама пока что все еще поливает цветы, так что я планирую максимально быстро вот это сделать. Быстрее, быстрее, быстрее паровоза, как говорится. Быстрее, пожалуйста. Вот здесь. Отвертка. Кстати, отвертка. Отвертка нам вообще в жопу не нужна. Потому что у нас получается отвертка, это взять нам дощечку. И отвертка нам взять гвозди, которые нам вообще не нужны они. Отлично. Дошли в кладовую, скажем так. Так, и дверь. Чё у меня так? Так, диклофон. Так, пошел вон. Грязная тряпка нам понадобится. Здесь бы еще бы зарядка, ну получается, прям знал будто бы. Угу. Надеюсь, в сейф нам не надо заходить.
Так, смотрите, какой план? Грязная тряпка. Сначала хочу отвертку отчерекать это, потому что мне не хочется лишние вещи примерять себе. Так, он берет швабру аккуратненько. Что такое резкий-то, а? Вот, отлично. Кладем тряпочку и вот сюда врубаем. И ждем, как всегда. Ну, вы, в принципе, знаете, как это вот так вот достаешь и вот здесь скрываешь. Отлично, ребята, мамаша нас ничем не заподобила. Еще я заметил, что у них вот это в ванной, у них там, о, как прикольненько. Платная ванна, кстати говоря, вот здесь лежат такие плитки, квадратики. И здесь тоже квадратики. Ну, в принципе, красиво, мне нравится, честно говоря. А если тебе нравится, напиши комментарий, я хочу узнать. Хочу знать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Короче, мне нужно сейчас знать код, и мне еще нужно что? Правильно, мне нужен этот фигня, как называется он. Так, а какой код? 314. Угу. 314. Да, может быть, я думаю. Геннадий. Ой, Геннадий. 314, да? Нет. 3-4-1. Правильно. Нет. Значит, будем подбирать. 1-4-3. Да. Так, а какой? 55-46. Так, здесь нету. Здесь нету ничего. Здесь нету. Здесь мы уже смотрели. Так, здесь у нас что? Здесь нету. Боже мой. Сейчас мамаша придет. Короче. Ничего нету, я понял. Угу. Капец, я умный. Так, я надеюсь, мамаша не вернулась. Не вернулась пока что. Потому что я хочу бухать и там бать сейчас. Капец, я рискую своей жизни, конечно. Так, вот опа. Мамаша уже зашла. Идеально. Стой. Да. Что-то делается. Что там случилось? Подожди, что-то не нравится. Я открыл, господи. Мне очень неудобно, честно говоря, соответственно, это убегать оттуда, потому что я фиг знаю, как там мама пойдет. Ничего себе. Так, давай быстрее. Так, вот это. Я капец вот так вот прям дергался глазами, упернутым сюда, господи. Хорошо, сейчас сделаем. Говоря, я забыл вот это, я с модом играю. Ну, смотри, я хочу сказать, что батя-то нормальный, вот у него, конечно, носочки вообще, тебе шестяных носках не жарко, где там-то, все-таки, футбол, ой, рубашка, штаны. Еще мне нравится в этом моде единственное за то, в том, что здесь вообще, этот дом вообще не модифицированный. Я думал, машинку хотя бы тоже можно было средактировать, вот это, Бобика или Бабика, как там называется, Тахара писать. Вот, и могли бы тоже обновить. Вот, интересный факт, когда вот так вот отдаю задание, ему вообще насрать. А вот когда я просто хожу, и он кричит. Так, а ремешочек такой, все вот это, волосики, волосатый получается, да. Ты что, совсем тупой? Что? Я тупой? Ты хоть знаешь, сколько будет дважды? Да, никто ничего не знает, дважды пять и ваш. Опыть моя, умность моя. Ну, в принципе, я не знаю, вот обычный скин, в принципе, ну, мимо. Молодец! Теперь быстро уроки учи! Прикольный. Вот, ну, потому что, когда ты смотришь снаружи дома, то такое ощущение, что внутри дома ничего и нет. А хотя, наоборот, внутри дома что-то есть, а снаружи нет. Еще бы было бы прикольно купить, соответственно, предметы бы улучшили, там, предметы добавили, я не знаю, там, ну, короче... Предметы не добавили, а модифицировали хотя бы их. Ну, вот тряпочка так как была, так, тряпка, так и осталась. Короче, предметы вообще ничего, никакие модификации не имеют. 55-46. Короче, ребята, что мы делаем аккуратнее? Мы, значит, вызываем мамашу сюда. Иду. Вот. Потом включаем пункт управления и валим отсюда нахрен. Аккуратненько встаем потихонечку, включаем панель. Когда мама начнет... О, отлично. Всё, давай, иди, сыпа. Отличненько, и валим. Вот такой легкий. Ух ты, ещё моя, вот. О, господи. Ну, в принципе, мамаша, я не знаю, она, конечно, вообще идеально. Концовка вторая из восьми.
получил по жопе и получил по этому юху и отбежал через ворот, и теперь могу гулять со своими друзьями, могли бы где-то тоже всех проинфицировать. Вот только пока не знаю, как вернуться после этого, о, Андрюшка, тебе... Нет, вообще... А, нет, нет, не вообще. Водить, короче, можно посмотреть, что вот этот наш Андрюшка-то... Да, типа похититель. А интересно, она уже замечается обновление или нет? В принципе, нет, я заметил. Ну, короче, вот такой мультик. Я надеюсь, вам понравился. И давайте еще раз, последний раз, это вот это... На темном режиме поиграем быстренько, мы чуть-чуть просто посмотрим, прошарим, может. Ну, в принципе, да. То же так же, только затемненным режимом. Ало, а? Да, сейчас, поверю. Ну да, наружу ничего нет интересного. Короче, вот такой модик. Мамаша. Я, кстати, на мамашу хотел посмотреться. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел. Ну да, вот пойдет тебе тут глисты. Маска мороженщика, всех в пятнах, цветных, розовый, это значит крем какой-то. Ну, короче, вот такой скину еще из баги. Я предлагаю с вами на это закончить. Всем удачи, спасибо всем. Пока!